Поздравить жителей поселения Трубинское приехало руководство администрации и Совета депутатов Щелковского района, главы соседних поселений. Сюрпризом для собравшихся сельчан стало поздравление семикратной чемпионки Европы по фигурному катанию Ирины Слуцкой. Я хочу вам всем пожелать сил, хочу пожелать вам терпения, хочу пожелать вам колоссального здоровья. Хочу пожелать вам, чтобы вы берегли то место, где вы живете, потому что именно здесь начинается новая жизнь, именно здесь происходят самые важные события, и вы хозяева той территории, на которой вы находитесь. К празднику подготовились основательно. В поселении продолжается строительство социального жилья эконом-класса, благоустроены две детских площадки в Трубиной и Литвиново, рассмотрен генеральный план развития Трубинского и одобрен его жителями. За последние годы в местную школу пошли 30 первоклассников. Открыты новые группы в детских садах почти на 200 мест. Трудно поверить, что еще 5 лет назад поселение постепенно приходило в упадок. У нас есть один принцип. Процесс важен, но важен и результат. И результат сельского поселения Трубинское – это начало новой жизни. Праздничная программа включала в себя выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, поздравления с серебряным юбиляром, тем, кто в этом году отметил четверть века семейной жизни. Все желающие могли попробовать свои силы в стрельбе на площадке Щелковского страйкбольного клуба 13-я сборная бригада и посмотреть фотохронику поселения на стенде с необычным названием «Фотосушка». Фотосушка – это такое новое направление. Мы ее сделали тематической – жизнь сельского поселения Трубинское. То есть здесь отражается творческие коллективы наши, природа зимняя, там акции всевозможные нашего поселения. То есть то, что жители отразили, это фотографии наших жителей. Местные умельцы хвастались своими произведениями искусства. Игрушки ручной работы, вязаные в технике амигуруми, это японская техника, вяжется крючком по кругу. Ну и сшитые вручную тоже. Глава поселения уверен, что Трубинское будет динамично развиваться и дальше, и присоединился к поздравлениям гостей. Я всегда желаю, чтобы мирное небо было над головами, чтобы чувствовалось вот оптимизм, процветание нашего поселения и процветание в каждой семье. Вот это будет отрадно, и чтобы мы единые были, целые. Сергей Дадыко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».